Ну, у нас сегодня по плану, в связи с тем, что вода отошла от населенного пункта, освободились и дома от воды, освободились и земельные участки. Сегодня будем проводить мы дезинфекцию домовладений и земельных участков. Плюсом у нас идет обработка при наличии скважины, если имеется, колодцы домашние, туалеты. По району в целом получается подтопленных домов оказалось у меня 132. По учету с адресами всем, и 163 земельных участка, на которых мы будем проводить работы по санитарной обработке, дезинфекции. Это у нас борьба с микробами, с болезнями, чтобы люди могли прийти в дом, и дома было чисто, аккуратно, и все прибрано. Сейчас проводили обработку силами специалистов, коммунальщика, проводили обработку, дезинфекцию дома, дезинфекцию территории, а также надворного туалета. Проводили гипохлоридом кальция 60%. Данная обработка безопасна, и она является очень важной после паводковой ситуации. Надеюсь, что нет. Да не выгонят нас на улицу в такую погоду. Нет, все равно в манеже поедем. Его на земле-то вот правильно вы говорите, вот этот участок. Хотел бы всех жителей города еще раз благодарить за то, что мы сумели все-таки город сохранить. Конечно, мы сейчас ждем отметки. Это 8.50, опасная отметка. Сегодня 9.13 у нас на реке Ишим. Как только 8.50 перешагнем, так начинаем демонтировать дамбы, мешки, которые мы уложили и прочее. И, конечно, ко всем жителям города Ишима обратимся за помощью волонтеров, потому что очень много нужно убрать мешков. Понятно, что глину мы это техникой уберем, а мешки с дамбы все равно трудовые ресурсы нужны людей. Мы постараемся весь песок оприходовать в спецавтохозяйство и потом использовать на пескосоляную смесь. Там, где уже будет у нас, если лишние тонны песка, значит, конечно, мы отдадим жителям города Ишима. Но это будем принимать решение после того, как упадет уровень в реке Ишим. Мы сейчас смотрели, что вот на этом участке, на 5-м Южном, на Льва Толстого, нам необходимо решить вопрос по выкупу жилых помещений, и чтобы на этом месте построить защитное сооружение. Потому что нету гарантии, что это был последний паводок в городе Ишиме. Нужно подготовить вот эти вот участки на Льва Толстого, 5-й Южный, на Радищева, сделать хорошее защитное сооружение, чтобы мы могли спокойно потом, если не дай бог большой уровень воды, мы спокойно должны пройти весенние паводки. Хорошая. Я проезжал с утра, почему? Помогали городу. Ну вы сегодня только на мешка? Мы поедем еще на Карушинскую. Как здесь это? А вообще набивать их помогали? Да, мы помогали и в Абатске, и здесь, в Ишиме.